На протяжении 3 дней омский велотрек был местом притяжения всех поклонников флорбола. Наш город с 6 по 8 декабря принимал 2-й тур чемпионата России среди мужских команд высшей лиги. Без потери баллов к этим встречам подошли команды Нижегородец и Помор. И, пожалуй, именно матч между ними стал самым зрелищным и напряженным. Победителем из этого принципиального поединка со счетом 9-6 вышел архангельский Помор и сместил нижегородскую команду с первого места в рейтинге. Мы приехали сюда побеждать, потому что мы 2 года до этого были 6 раз подряд чемпионами России, и 2 года последние мы проигрываем, поэтому у нас была большая задача стоит в этом году победить, и, конечно, за счет желания большого выиграли. Помор такая команда, они всегда были нашими заветными соперниками, мы вели просто борьбу на всем поле. Но нам что-то не повезло, просто под конец мы расслабились и из-за этого получили пару голов, ну, нелепых. Но я считаю, что мы играли просто на равных, просто немножко не повезло. Поедем в Архангельск за реваншем. На 3-й строчке турнирной таблицы расположились прошлогодние чемпионы России – Омская Сибирь. В этом сезоне у нас состав значительно молодился. Ряд лидеров команды сменили клубы свои в этом году. Несколько ребят завершили карьеру, поэтому новый коллектив, молодой коллектив – хорошие перспективные ребята, но думаю, что все будет хорошо, поэтому работаем дальше. В первый день наша команда со счетом 8-5 обыграла Солнечных Орлов. А во второй омичам предстояла встреча с соседями по турнирной таблице – Мининским университетом. Настроение огонь, мы чемпионы. Нам нужно занимать первое место. Омичам удалось обыграть Мининский университет со счетом 6-4, но они уступили Помору, который был явным лидером 2-го тура чемпионата 4-8. В целом чемпионат в этом году он более-менее преобразился в чем, потому что почти в каждой команде идет омоложение ребят, вот, и как бы дают новую кровь, дают как бы темп и разнообразие, как бы, вот. Конечно, как бы ваши местные, ну, омские команды, как бы ребята очень перспективные, и видно, что глаза горят, что это очень важно. Вот. И поэтому, как бы, я считаю, что сейчас, в принципе, еще ничего не решено, кто займет призовые места. И думаю, где-то, наверное, но 4-ка определилась более-менее, но я думаю, что вся борьба еще впереди. По итогам омского этапа турнира на 1-ю строчку рейтинга вышел Помор, 2-м идет Нижегородец, 3-е место занимает Сибирь. Следующие матчи чемпионата России по флорболу пройдут в Ульяновске с 6 по 8 марта, а заключительный 4-й тур соберет команды в Архангельске с 1 по 3 мая.